Маленький зайчонок улыбнулся маме. «Вот как я тебя люблю!» И развел руками. «А вот как я тебя люблю!» Мать ему сказала. Развела руками и тоже показала. «Это очень много!» Прошептал зайчишка. «Это очень-очень много! Много, маня, слишком!» Он присел и прыгнул высоко, как мячик. «Я тебя люблю вот так!» — засмеялся зайчик. И тогда ему в ответ, разбежавшись лихо, «Вот как я тебя люблю!» — подпрыгнула зайчиха. «Это очень много!» — прошептал зайчишка. «Это очень-очень много, много, но не слишком. Я тебя люблю вот так!» Зайка улыбнулся и на травке муравей перекувыркнулся. «А вот как я тебя люблю!» Мать ему сказала. Кувыркнулась, обняла и поцеловала. «Это очень много!» – прошептал зайчишка. «Это очень-очень много, много, но не слишком. Видишь, дерево растет возле речки прямо. Я тебя люблю вот так, понимаешь, мама?» А у мамы на руках видно всю долину. «Вот как я тебя люблю!» — мать сказала сыну. Так прошел веселый день. В час, когда смеркалось, желто-белая луна в небе показалась. Ночью детям нужно спать, даже в нашей сказке. Зайчик маме прошептал, закрывая глазки. «От земли и до луны, а потом обратно. Вот как я тебя люблю, разве непонятно?» Подоткнув со всех сторон зайке одеяло, тихо-тихо перед сном мама прошептала. «Это очень-очень много, это так приятно, когда любят до луны, а потом обратно».